Тут у нас место для принцессы, я так понимаю. У нас есть классный туалетный стол с огромным зеркалом. Оказалось, что по ощущениям площади мало за счет того, что комната была серая, да? А во-вторых, еще колонну вы просто на плане не заметили, что там колонна. Мы предусмотрели вот такие вентиляционные решетки, чтобы воздух циркулировал, и техника нам прослужила гораздо дольше. Два холодильника посчитали, что много, один мало, поэтому мы сделали 1.5 холодильника. Если ты включишь кран, то ты будешь весь в воде. Это тоже неправда, да? Мы с тобой уже... Это мойка! Их целых две. Ну, это у нас кабинет-гостевая спальня. То есть я так понимаю, что здесь как раз у тебя могут остаться гости. Бонжорно! Мы сегодня пришли со съемочной группой снимать наш интерьер, который мы создали для тебя. Ну, хорошо. Слушай, вот сделали прихожую. Расскажи, насколько удобно пользоваться этой прихожей? Вообще, для гостей, для себя? На самом деле очень удобно. Заходишь, бросаешь сумку, вешаешь, обувь снимаешь, ставишь шкаф. Ребят, давайте так. Вот это вот на самом деле шкафы. И шкафы, если обратите внимание, они сделаны от пола до потолка без цоколя. Цоколь, конечно, есть, но он скрыт там за дверями. И создается такое общее впечатление, что это просто 3D-панели какие-то. Но нифига, это шкафы. Здесь сделали для Даши зазеркалье. То есть здесь можно посмотреть на себя и спереди, и умудриться посмотреть, что у тебя сзади на спине, если очень захотеть. Потому что зеркала между собой друг с другом отражаются. Ну и кроме этого, есть, конечно, у нас крючки. И есть обязательно пуфик, где можно посидеть, там, если кто-то ждет тебя, да, и кинуть там ключи. Ну и кроме этого, там, если что, можно все это дело сюда так смести, чтобы тут была всегда красота. Эту большую люстру мы сносили несколько раз головой. Она падала Даше на голову один раз. Было в жизни всякое. После этого мы стали просто чаще улыбаться. Никто не пострадал. Никто не пострадал, все выжили. Ну и кроме этого, если обратить внимание, то есть очень такая вот интересная у нас была идея, то что делали, когда делали керамогранит, то есть сделали несколько таких вещей. Темный, светлый керамогранит, это много кто делает, но вставляли хромированные молдинги. Вот эти хромированные молдинги, они очень интересно смотрятся, как такое зазеркалье, да, продолжение вот этого зеркального панно, которое сделал нам Рустам. И очень стильный такой современный, интересный, необычный интерьер. Однажды позвонила, по-моему, твоя мама к нам в студию и договорилась на встречу. Мы подъехали на Ленинском, встречались в кафе, не помню, как называется. Как? Гудман. Гудман, да, точно, в Гудмане сидели, пили кофе, болтали, обсуждали проект. Вы не из Москвы, насколько я понимаю. Да, мы из Магнитогорска. Наша московская история началась 4 года назад, когда я поступила в университет. Тогда мы жили в Сталинке. Ага. С огромными тараканами. Тогда мы поняли, что нужно что-то менять. Нашли вас. Нашли квартиру сначала, потом вас. А кто нашел нас? Ты или родители? Мама нашла, да? Ага. Так. Вот, ее этот вопрос интересовал больше, хотя с тараканами жила я. Обратились, подобрали проект. Нам сделали шикарный проект, нам все понравилось. Кстати, вот еще такой вопрос. Вот сейчас реализовали, да, его, и были картинки. Насколько картинки отличаются от реализации? Сильно есть большие какие-то отличия? Ну, или вообще? Да нет, мне кажется, очень похоже, что на картинке, что в реальности. Там, можно сказать, один в один. Да? Какие, может быть, там у родителей были страхи, у тебя были страхи? Не знаю, может быть, были, не были? Страхи были в том, что мы очень-очень далеко, почти 2000 километров. И что здесь происходит, мы не знаем. Ждали фотографии, видео, только так вот мы жили и смотрели, что у нас происходит. Подожди, ну ты же в Москве была, училась, нет? Да, училась, но как-то... Сюда не заезжала? Нет.
Мало что понимаю в этом. Понятно, понятно. Слушай, ну вот когда зашли еще в серые бетонные стены, просто ты рассказывала, я помню, что ужаснулись там, что, во-первых, оказалось, что по ощущениям площади мало за счет того, что комната была серая, да? А во-вторых, еще колонну вы просто на плане не заметили, что там колонна. И вы перепугались тогда колонну, да, вот это вот? Очень маленькое пространство казалось, что вообще здесь можно было сделать. В итоге получилась большая квартира, и очень много места, и воздуха, и света, и всего много. Всю мебель на этом объекте делала моя команда. Значит, мы находимся в прихожей, делали вот такой вот шкаф. Дарья нам сегодня расскажет, пожила, уже почувствовала от первоисточника, узнаем, комфортно, некомфортно, удобно, неудобно. Ей слово. Да, очень удобный шкаф, огромный, во всю высоту, очень интересно смотрится. Такая вот рельефная фрезеровка, ручки очень стильные, мне нравится, очень удобно. На самом деле шкаф получился очень большой, очень вместительный, он у нас занимает пол нашей прихожей. Сделан он по дизайн-проекту, фрезерованный МДФ, покраска у нас перламутр, значит, фишка, мы проработали до таких мелочей. У нас в прихожей нас встречает здоровенная люстра, которая стоит, я не знаю, 400 тысяч евро, вроде, да, говорили. И, в общем, у нас был один момент, когда открываешь шкаф, то есть при открывании вот этого шкафа, крайней дверцы, она у нас бы ударялась, если бы наш технолог бы не продумал этот момент. Но мы предусмотрели этот момент, установили вот такой вот ограничитель, и у нас люстра в полной порядке и безопасности. И клиенту не стоит переживать за свою люстру за 400 тысяч евро. Прихожая нас встречает вот такая вот великолепная, просто изумительная консоль. На вот таких металлических опорах, это у нас хром, хром полированный. Значит, в чем фишка? Буквально полгода назад мы научились это делать, до этого мы не делали, не каждое производство готово сделать вот такое вот идеальное зеркало, как у нас на этой металлической опоре, и вот с такими просто незаметными швами. Столешница у нас стекло оптивает, предусмотрели специально для того, чтобы когда ты приходишь с улицы, бросаешь ключи, столешница, если у нас поцарапается, стекло можно в любое время поменять. В общем-то, сейчас мы находимся на кухне, и вот эта вот кухня как раз, она светлая, и она сливается с нашими стенами как раз для того, чтобы не было какого-то лишнего акцента. Очень многие просто клиенты стараются сделать красивый обеденный стол, красивый диван, красивый ТВ-зона. И получается перегруз акцентов. Ну и черный фартук у нас также гармонирует с полом. То есть мы применяли один и тот же керамогранит, чтобы он и по цвету, и по текстуре был одинаковый. На полу и на стенах вот у нас такой крупноформатный, это Атлас Конкорд. Но давайте, наверное, по функционалу холодильников пробежимся. Дело в том, что у Даши есть мама, которая присылает большие склянки с вареньями, с оленями, всякой вкусняшкой, да, и для этого требуется где-то все это дело хранить. Два холодильника посчитали, что много, один мало, поэтому мы сделали полтора холодильника. Как делается полтора холодильника? Давай расскажем нашим подписчикам. То есть у нас есть отдельно морозильная камера. Это бошевская морозильная камера. Она чисто морозит, больше она ничего делать не умеет. И есть у нас отдельно холодильник. Вот такой вот огромный холодильник 2 метра высотой, 60 сантиметров шириной, 60 глубиной, да, в котором нету морозильной камеры. Здесь температура более теплая, да. И получается у нас по сути полтора холодильника. Огромный-огромный холодильник и отдельно морозильная камера. Дальше у нас есть очень интересная, значит, техника от Bosch, которой я, к сожалению, не могу пользоваться, не умею. Даша умеет. Для меня это вот кнопочки все эти, прям самолеты. Мне кажется, чтобы, значит, научиться пользоваться всеми функциями техники Bosch, надо быть каким-то... Надо закончить высшее образование, как Даша, в отличие от меня. Понятное дело, что обязательно у нас есть сварочная плита, индукционная, и есть вытяжка. Вытяжку сделали встроенную для того, чтобы, опять-таки, она не брала на себя какой-то акцент, и чтобы ее не было видно, чтобы все-таки кухня у нас была такая завуалированная, чтобы ее не было видно. Кроме этого, мы осуществили мечту хозяек. Это мойка! Их целых две, что очень удобно. Но на практике я подозреваю, что никто не моет в этих раковинах посуду, потому что есть посудомойка, да? Да. И очень многие клиенты, значит, если мы помыли посуду там, значит, в раковине, да, то нету верхних шкафов, тут же окно.
как же жить с этим? На самом деле очень удобно, когда внизу находится вся посуда. Для меня это всегда посуда сверху. И когда я увидела такое решение, я сначала удивилась, как это вообще возможно. Но нет, на самом деле удобно. Удобно, да? Привыкла. А где посудомойка-то у тебя? За тобой. Вот это вот? Вот это вот. Вот это вот у нас посудомойка. Ну и кроме этого, у нас есть, что у нас есть? У нас обязательно сделаны радиаторы за окном. Здесь есть вентиляционные решетки. И, кстати, был наш косяк. Сначала, когда поставили вот этот кран, у нас окно не открылось. Была такая история. Да. Потом сантехники говорят: ребят, ну это ж, говорит, вы не доперли, надо просто его развернуть на 90 градусов. Сейчас развернули на 90 градусов, шланг достается, я не знаю, для чего это делается, объясни подписчикам. Кастрюльки мыть. Зачем тебе две раковины? В одной у нас измельчитель стоит, все пищевые отходы у нас заходят в раковину, а во второй можно даже сушить посуду, поставить ее, она высыхает. Чтобы она стекала, да? Слушай, ну удобная штука. Да, действительно, мы поставили измельчитель, кроме этого там стоят фильтры, и у нас интересный кран тем, что у него есть, вот если обратите внимание, два отверстия, это у нас просто для мытья посуды, а это уже питьевая вода, то есть для питьевой воды у нас отдельно есть кран. Сейчас что-нибудь сломаю. Собственно, вот это самая здоровая огромная колонна, которую мы задекорировали зеркалами. И кроме этого сделали еще вот эту стену зеркалами, для того, чтобы интерьер максимально был большим. То есть, и когда заходишь в гостиную, и абсолютно незаметно колонну, есть понимание, что есть зеркала и отражается интерьер. Но колонну эту не видно. Вот такая вот уютная небольшая зона у нас появилась за колонной. А мы уже на кухне, и у нас случилась вот такая вот история. Из-за этой колонны у нас получился маленький проход барная стойка. За колонной есть барная стойка. Чтобы было максимально комфортно пройти, значит, нам кухню пришлось сделать под угол на сужение. Это еще один плюс – заказывать мебель именно у индивидуального производителя, чтобы он мог абсолютно любую мебель вмонтировать в ваше пространство. Это у нас кухонные колонны, куда встроена вся техника. И для ее циркуляции, понятно, что технике нужно охлаждение. Для циркуляции бытовой техники мы предусмотрели вот такие вот вентиляционные решетки, чтобы воздух циркулировал, и техника нам прослужила гораздо дольше. Была история как раз. Мы пошли очень быстро и махом возвели стены, сделали штукатурку, раскидали что-то электрику, залили полы, и что-то я наобещал, что к Новому году заедем. И потом все у нас пошло не так, и к Новому году мы не заехали. Мы заехали только сейчас. Да, к лету, получается, мы немножко там потеряли, ну, пару месяцев. Плюс пандемия, наверное, месяца 4 суммарно где-то. 4 месяца мы где-то отстали от сроков, если считать, с пандемии 2 месяца, да? 2 месяца пандемия, 2 месяца сроки где-то сдвинули. Вот, был такой момент. По финансам то, что вели, то есть у нас было прозрачное абсолютно там ведение финансов, то есть была программа, в которой вы все видели, как ведутся финансы, что покупается, какие работы сделаны. Ну и кроме этого фотографии, фотоотчеты видели на расстоянии 2000 километров, то, что раз в 2 недели, наверное, не очень часто мы показывали их, но тем не менее можно было контролировать нас. Нуждались с нетерпением. Больше узнавали из историй, Инстаграма. Из Инстаграма, да? Да. Сейчас мы находимся в гостиной. Вот эти стеновые панели тоже делали мы. Значит, многие задают вопрос по поводу того, что из чего они. Они у нас сделаны из МДФ. Очень легко протираются, легко за ними ухаживать. Даша тоже нам о них расскажет. Нравится, не нравится. Какой уход, Даша? Очень стильно, очень современно. Нравится стиль, нравится цвет, нравится фрезеровка. Ухаживать очень просто. Просто протереть влажной тряпочкой, и все чисто. Так, ну идем в спальню, да, покажем, в спальню, что там. Посмотрим. Ну, собственно, тут у нас место для принцессы, я так понимаю. У нас есть классный туалетный стол с огромным зеркалом. У-у-у. И опять мы тут наделали кучу зеркал для того, чтобы пространство было больше. Да. Не знаю, насколько это комфортно. Люди в спальнях боятся зеркал, что из них вылазят черти. Ну, главное, что не напротив кровати. Тут не видно. Ты уже здесь ночевала в этой квартире? Расскажи вообще, насколько комфортно? Первый страх — это то, что люстра упадет на тебя.
Так. Но потом... случилось чудо, это, и она до сих пор висит у вас. Это первая ночь, всегда ждешь, что что-то произойдет, что случится, потоп, авария, не знаю, что-то упадет, сломается. В итоге все было хорошо, спалось сладко. Слушай, ну вот спальня небольшая, где ты хранишь вещи? Подписчики-то ведь не знают, кроме меня. У меня есть гардероб. Я слезно просила у дизайнера сделать мне гардероб. Почему не шкаф, а гардероб? Именно гардероб, а не шкаф? Мне очень удобно, когда я захожу в какое-то пространство и вижу, где у меня все вещи, все у меня на виду, я сразу могу выбрать, что надеть, это не занимает очень много времени. То есть все-таки вот так вот, если удобнее, все-таки гардероб, нежели шкаф, да? Да, нужно двигать дверцы, там смотреть, что у тебя с одной стороны, что с другой стороны, зашел, и все видно. Кроме этого, у нас можно назвать это мастер спальней, потому что у нас есть не только спальня, там туалетная зона, гардеробная, но есть и выход в ванну, то есть у тебя своя личная ванная. Пойдем ее покажем тоже. Пойдемте. Слушай, все подписчики спрашивают, ты живешь одна, зачем тебе две раковины? Ну, я же не все время одна. Приезжают гости, родители, и удобно, когда есть две раковины, можно умыться вдвоем. Слушай, ну еще такой вопрос. Очень многие подписчики тоже спрашивали, насколько удобна вот раковина, когда стоит на столешнице, потому что это надо вокруг нее там убирать, что-то там и так далее, а вроде как неудобно, пишут. Ты уже пользовалась? Расскажи, насколько удобно. Да, я пользовалась. Угу. Мне кажется, любую раковину надо убирать, но здесь я бы не сказала, что есть какие-то проблемы. Просто провел рукой, и все чисто, все нормально. Ни кран не брызжет, все идеально. Но сначала, если честно, мне показалось, что уровень немного низковат. Но со временем я привыкла. Ну и кроме этого, да, краны еще люди тоже писали, что... если ты включишь кран, то ты будешь весь в воде. Это тоже неправда, да? Мы с тобой уже тестили, все нормально, никто не обрызгался, все живы, все здоровы. Ну и кроме этого, здесь у нас есть огромное-огромное зеркало. Когда делали ремонт, надо было зашить стену, а там оставалась ниша. Именно с этой целью решили разделить и сделать функционально вот эту дверь. И у Даши сейчас там такая есть зона, куда можно спрятать шампуни, гели какие-то, фены, всякую-всякую ерунду. То есть такая вот скрытая зона еще у нас появилась. Ну и кроме этого, в ванной у нас, конечно, есть системы хранения, где тоже можно забить всякой мелочевкой, да, тумбочки такие. Вот, ну и в первый день, когда Даша переехала, между прочим, у нас не было... стеклянной перегородки. Вот эта стеклянная перегородка уже появилась немножко позже. Наверное, день на четвертый, да, после того, как ты переехала. Поняли, что принимать душ в ванной вот в таком формате неудобно. Здесь образовывается лужа. И в итоге вот поставили такие вот дверки стеклянные. Здесь у нас есть такая небольшая туалетная зона. Всегда мы спрятали сушильную машину и стиральную машину. Очень удобно, занимает меньше места. Здесь у нас шкафчики. Всегда можно спрятать какую-то бытовую химию. Это у нас небольшой гостевой санузел. В принципе, все довольно-таки компактно, но очень функционально. Есть небольшая раковина, есть унитаз, гигиенический душ. Есть полочки с системой хранения, то есть тоже можно хранить там шампуни и всякую ерунду, да? И кроме этого у нас такой вот шкаф, в котором у нас спрятана вся инженерная часть. То есть здесь у нас уже коллекторная группа, разводка, датчики протечки. То есть это все спрятано вот в такой вот жалюзи, да? Кое-кто называет это Роспечатью, но этих людей я ненавижу. Ну, это у нас кабинет-гостевая спальня. То есть, я так понимаю, что здесь как раз у тебя могут остаться в гости гости. Да. Здесь у тебя раздвигается диван. Диван еще у нас не дошел, как и гости, да? Да. В общем-то, несколько таких интересных групп подсветок. То есть, у нас стена, у нас отдельно подсвечивается мебель. И когда вечернее время на дворе, да, когда темень на улице, здесь можно такую вот сделать очень комфортную подсветку, убрав основной свет, убрав вот эти вот полосы на стене, да, и сделать вот чисто мебельно. И на самом деле так вечером очень кайфово тут находиться в этой комнате. Кроме этого, у нас появится рано или поздно телевизор для дивана.
Здесь у нас станет диван. Ну и кроме этого, вот эти вот у нас тоже светодиодные профили, они встроены в стену. Встроены в стену в запад лицо, сделан накладной профиль алюминиевый, светодиодный, встроенный. Ребят, обязательно напишите обратную связь в комментариях, чтобы я понимал, что вам понравилось, что, может быть, не понравилось, что бы вы хотели добавить или, наоборот, убрать из этого интерьера. И я обязательно все это прочту, и, возможно, следующий интерьер будет еще круче. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего вечера. Пока. Аривидерчи.